Pero. Vamos a eso. Sí, bueno. Кидаем, друзья, наш очередной бар, ресторан, кафе, в котором поесть стоит вот эти вот телячьи кругляшки такие и картошка фри, картофан, хлеб, два куска, три куска даже хлеба, вот сколько, 6,50 получается. Такая вот порция, должен сказать, что порция сытная была. Вот, в принципе, и все. Все заведения в этой деревне мы посетили сегодня. Одно заведение было там, на той стороне. В самом начале вот этой улицы. И второе заведение, вот оно, барчик. Хорошо, что там есть что поесть, а то я думал, что там вначале просто сидят, пьют. Потому что в том первом там тоже было что поесть, но очень долго у него пришлось им объясняться насчет того, чтобы поесть. Потому что там блюда стояли выставленные. Вот, но получилось так, что он или меня до конца не понял, хотя я ему нарисовал свинью на бумажке. Блокнот он дал, нарисовал ему свинью, говорю, вот это не надо, говорю, курицу. Если есть, давай. Корову типа тоже пойдет. Вот, но он сказал или нету, или же он меня не понял. Одним словом, пришлось это заведение покинуть. А вот в этом эта женщина оказалась очень даже смышленной. Показала мне, где свинтус, показала, где курица, где что. И такую нормальную порцию, по крайней мере, сытную такую порцию дала. И главное, вкусную. На самом деле было очень вкусно, потому что еда была какая-то, как сказать, такая домашняя, что ли, какая-то, но очень такая нежная, очень вкусная была, то есть приятно было ее есть. Вот такие вот дела. 6,50, как уже говорил. Я так понимаю, что в другом ресторане тоже. Если сравнивать с другими местами, то, в принципе, это не сказать, что дешево, но это недорого, то есть это нормальная такая средняя, обычная цена, которая, в общем-то, за блюдо, я имею в виду, за порцию, который, в общем-то, в этой Испании есть. Что ж, я пока выключаюсь. Вот. Больше-то делать нечего. Здесь что у нас? Может, тут что-нибудь есть? Просто услышал голоса какие-то. Нет, там тоже тишина. Вот. Это единственное место, которое можно посетить. На самом деле, я это посетил не потому, что в данный момент, слава богу, с едой проблем нет. Вот, еды просто валом, с холодильники забиты, и кухня огромнейшая, можно готовить, можно есть, там стоит просто, скажем так, я даже ее не доедаю, если так говорить, но хотелось именно узнать, посмотреть, прогуляться, пойти, что вообще здесь существует и какие цены. Вот, поэтому посетил эти два ресторана, эти две столовые, два этих заведения, и разведочку такую сделал, может быть, в следующий раз еще раз вернусь, пообщаюсь, потому что этот мужик, который, хоть он не понимает, точнее, я его не понимаю, он на испанском говорит, он меня тоже не понимает, но все равно мы с ним так чуть-чуть слегка пообщались и, можно сказать, так поняли друг друга, как, в общем-то, обычно и происходит. Такая вот жизнь, смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.